С вами школа Болсуновского. Сегодня мы продолжаем изучать библиотеку Matplotlib. И научились выводить разметку grid. То есть, по сути дела, у нас появилась разметочка. Значит, что и какие еще особенности в этом курсе? Ну, сам курс, конечно, вы посмотрите. Здесь все доступно и понятно. Значит, мы с вами, во-первых, NumPy, по сути дела, мы изучаем, но изучим ее по ходу. Нет смысла ее изучать, просто изучать NumPy, потому что это бестолку. То есть NumPy хорошо изучать применительно к чему-либо. Все библиотеки вычислений завязаны на NumPy. Вообще, когда, такой дам совет, когда стоит применять NumPy? Например, у Python есть встроенные типы объектов, это списки. Но, тем не менее, когда большие объемы информации, то списки, уже им тяжеловато будет справляться. Поэтому, если у вас большие объемы информации, то всегда прибегайте к NumPy. Это библиотека, которая специально разработана в виде... имеет множество массивов, то есть для работы с большими объемами данных. Она, кстати, написана на языке C. И как мы увидим, мы увидели, что NumPy очень хорошо понимает стандартный синтаксис Python, например, применительно к спискам. Мы с вами потренировались и поняли, что все, что можно делать со списками, очень хорошо можно делать и с NumPy. Ну, а нам NumPy надо в данном случае для того, чтобы выводить, делать более простые вещи. Мы в данном случае, в прошлом уроке мы научились рисовать линии, в этом уроке мы научились вводить разметку. Так, шаг к шагу, мы все изучим. На самом деле, сегодня... Школа представляет уже довольно большой массив информации, практически более 8 суток видео. Если мы... И вот, знаете, отвечая на вопрос, портал данный не заточен под новичка. Здесь есть для новичка раздел только для гостей. Остальное все заточено только под пользователя, который имеет логин и пароль. И он очень удобен на самом деле и продуман. Просто когда человек заходит, ну, конечно, у него нет логина и пароля, везде ему предлагается войти. А так, открыл поддержка, план 1, 1.7 Django. Все, сразу перешел, вот вам план 1. Дальше, надо, допустим, план 2, перешел к плану 2. Надо нам, допустим, кабинет другой, где мы изучаем Python, Big Data, искусственный интеллект, машинное обучение, пожалуйста, перешел. Поэтому просто поясняю, потому что человек заходит и говорит, непонятно. На самом деле он просто заточен под чистое обучение, удобство обучения. Так, значит, ну, для новых людей, повторяю, чтобы у вас будет немножко другая картинка, получаем логин и пароль и обучаемся. Шаг за шагом будете писать абсолютно любые вещи. Спасибо за доверие, Валерий.